Викинги. Благодаря многим документальным, игровым и даже мультипликационным фильмам они представляются нам какими-то всесильными и вездесущими. Понятно, когда скандинавы слагают современные легенды о викингах. Но почему Европа так любит нам рассказывать о своих насильниках и грабителях? Хонор Фагер, Версидерхат. Но так ли безгранично было владычество викингов на Балтике? Давайте обратимся к письменным источникам. Дагитхан. Гельмальд из Басау в славянской хронике пишет: нападение данов викингов славяне ни во что не ставят. Напротив, даже считают для себя удовольствием вступать с ними в рукопашный бой. Валькюрия, Лейдмигтиль, Валхаларь! Не забивать его! Деяния данов повествуют о правлении конунга Свена. Он понимал, что его держава клонится к закату и уже почти полностью разрушена, а сил для самостоятельной борьбы с этими разбойниками нет. В другом месте читаем о правлении конунга Вальдемара. Страх перед ними в войске данов был сильнее, чем страх ослушаться своего короля. Кто же были эти разбойники, которых боялись сами викинги? И почему не слагают легенд об этом народе, имя которого было хорошо известно в Европе? Средневековые хроники, археология, находки кладов арабских монет говорят нам о том, что на юге Балтики в средние века велась активная международная торговля. Но о том, что в города балтийских славян приплывали купцы с Востока, Византии, Руси и, конечно, из Европы, почему-то не рассказывают в фильмах о викингах. Хотя и скандинавы там тоже бывали. История балтийских славян оказалась никому не нужной. В том смысле, что никто не считает ее своей историей. И ее просто обходят вниманием. Так кто же наследники этой истории? Собственно говоря, то, что существовали связи балтийских славян и Руси, сомнений в науке ни у кого не вызывает. Вопрос состоит в том, каков был характер и масштаб этих связей. Мы сосредоточим свое внимание прежде всего на данных археологии, тем более, что, на мой взгляд, именно археология позволяет дать наиболее определенный на сегодняшний день ответ на этот вопрос.
Мы с вами стоим на так называемой могиле Вещего Олега в 2 километрах от Старой Ладоги. Место очень красивое и очень известное. Гораздо меньше известно место, которое расположено совсем рядом, на противоположном берегу Волхова. Это городище Любша. Между тем, оно было уже достаточно давно исследовано экспедицией Евгения Александровича Рябинина. Городище Любша, была оно построено в начале 8 века нашей эры, является важным источником для разрешения проблемы происхождения ильменских славян. Дело в том, что фортификационная техника, в которой построена эта крепость, она не имеет местных корней, и аналогии ей обнаруживаются на юго-западе Балтики и в австрийском Подунавье. Железные изделия, происходящие с этого городища, указывают нам тоже на Висло-Одерский регион. Второй вопрос же – это, собственно, связи балтийских славян и Руси в 9-10 веках, момент возникновения древнерусского государства. Ярким примером этого является гончарная керамика. Именно керамика балтийских славян, единственная из внешних традиций, оказала заметное влияние на керамику Новгорода и Пскова – до 10-11% керамического материала. И при этом есть определенные зоны, например, городок на Ловоте, где процент оригинальной балтийской керамики, ну и их местные подражания там, достигает даже 30%. Полагаю, что имеющиеся данные свидетельствуют именно о переселении отдельных групп балтийских славян на территорию Руси. Разумеется, мы не можем говорить о широкомасштабном переселении, но думаю, что численность вот этих переселенцев примерно пропорциональна той цифре, которая следует из подсчетов вот ранней гончарной керамики балтийского происхождения. Это конкретные регионы юго-запада Балтики, то есть Рюген и прилегающие побережья. То есть, видимо, можно говорить о приоритетности связи территории Новгорода-Пскова именно с этими зонами юго-запада Балтики. Племен на самом деле очень много, мы даже не всех знаем названия, какие они были, не все сохранились. А балтийские, так условно ученые называли славян, которые живут по Балтийскому морю. То есть, условно, от Дании до Пруссии. На территории более трети современной Германии жили славяне. Ваш клуб назван в честь региона, который вот здесь находится, рядом с Данией. Это Вагры. Они иногда союзничали с соседями абодритами, а иногда враждовали. В отличие от скупых сведений о восточнославянских племенах до образования Древней Руси, о балтийских славянах сохранилось достаточно много исторических свидетельств, в том числе и современников, начиная с 8 века. Поэтому лучше всего, значит, читать источники. В X веке арабский купец Ибрагим ибн Якуб, он написал путевые заметки. И это уникальное сведение, потому что X века очевидец. Посетивший земли балтийских славян в X веке, арабский купец еврейского происхождения Ибрагим ибн Якуб писал о княжестве Накуна, князя абодритов. Страна эта с низкими ценами на хлеб, богатая лошадьми, которые они также вывозят в другие страны. Они имеют полное вооружение и злато, шлемов и мечей. И вообще славяне люди смелые и наступательные. Они населяют страны, богатейшие обиталищами и жизненными припасами. Они усердствуют в земледелии и в добывании себе пропитания и превосходят в этом все народы Севера. И доходят товары их морем и суши до русов и до Константинополя. Южная Балтика на пороге Средневековья интересна тем, что она стала своеобразным средоточием интересов представителей самых разных регионов Европы. Сюда стекались торговые пути из запада нашего континента, из юга, из Византии, из Восточной Европы, разумеется, из севера тоже. Долгое время было не совсем понятно, а что же, собственно, привлекло сюда этих
разноэтничных купцов. Здесь бывали даже арабы в своих белых скуфьях. Основной продукт торговли, который привлекал сюда этих разномастных купцов, это был янтарь. Дело в том, что янтарь был известен в античной цивилизации еще с эпохи как бы не архаики. Он использовался в ритуальных целях, поскольку мы знаем, что при сожжении он дает эффект одурманивания. Из него делали медицинские препараты. Он был крайне популярен в парфюмерной индустрии. Ну, разумеется, из него делали украшения. Это была основа торговли. Именно благодаря янтарю, скорее всего, хотя это нужно еще, конечно, доказывать, сюда уже на рубежа 8-9 веков потянулось арабское серебро в виде диргемов. Как ни странно, прежде всего, самое крупное скопление арабских диргемов мы видим не на Скандинавском полуострове, не на острове Готланд, как казалось бы, а в устье реки Вислы. Там, где существовал уже тогда, в начале 8 века, торгово-ремесленный пункт Трусо в районе современного польского поселка Янов-Поморский, около Эльблонга. Наличие славянской керамики круговой показывает, что вместе с балтами, с прусами здесь жили и славяне, то есть это был полиэтничный торговый центр. Это типичный славянский сосуды. Славянская керамика была очень богата, много украшений. А прусская керамика из труса, она очень проста, без украшений. Но эти сосуды типичные славянские, они очень богаты. Славяне в юго-восточной Балтии были в эпоху викингов знатными керамистами. Самое смешное, что вся керамика, которую мы встречаем и в Пруссии, и в Литве, и даже в Латвии, она славянская. Никто не брался за керамическое производство, кроме славян. Но это очень важно понять, что, как бы вам попроще объяснить-то, повседневная жизнь местных жителей без славян была невозможна. Это факт влияния культуры, значит... Радикальная, радикальная. Первые клады с монетами арабского серебра, называемого дирхемами, обнаруживаются в Европе в середине 8 века на южном побережье Балтики, на землях балтийских славян и прусов. Уже позже наблюдается всплеск распространения этих монет, в том числе и на Скандинавию. Находки славянской керамики имеют многочисленное распространение по всему Балтийскому региону. Сами славяне и предметы их быта обнаруживают свое присутствие в торговых центрах Скандинавии – Хедебю, Готланд, Бирка. А современные им международные торговые центры на Славянском Поморье, такие как Рерик, Ральсвик, Волин, в разы превосходили их по размерам. Примечательно в этой связи, что слово «торг» было заимствовано у славян в скандинавские языки. Вот как описывает славянский город Волин Адам Бременский, немецкий хронист XI века. Место, весьма часто посещаемое варварами и греками, живущими в его окрестностях. Это действительно был самый большой город из имевшихся в Европе городов, населенный славянами вперемешку с другими народами, греками и варварами. И саксы, приходя сюда, тоже получали право жить в нем. На том только условии, что, живя здесь, не будут слишком явно проявлять своей христианской религии. Потому что все жители этого города до самого его разрушения пребывали в языческом заблуждении. Впрочем,
По нравам и гостеприимству нельзя было найти ни одного народа более достойного уважения и более радушного, чем они. Этот город, богатый товарами различных народов, обладал всеми без исключения развлечениями и редкостями. X век. В X веку так выглядел этот токарский станок. Ну, да. А видели вы, как что, как это работает? Нет, не видели. Ну, хотим увидеть. Ну, просим. Нет. О, распанче. О, да. Вот что, да. Славянская археология в Германии имеет довольно долгую традицию. Мы находим много реликтов, множество поселений. При строительстве дорог, зданий, трубопроводов мы обязательно находим следы славянских поселений или захоронений. Много, много новых находок. Профессор? Вы хотите найти здесь какие-то артефакты? Да, тут повсюду стояли дома. Да, вот типичная так называемая поздняя славянская керамика. Это осталось от поселений у замка, который находился на этой земле. Здесь, предположительно, была торговая площадь. А это кость животного, которого употребили в пищу. Обожженная глина, которая осталась от домов. У нас нет пакетика, да? Подол? Вот так? На этом месте были найдены тысячи таких артефактов, поэтому нет необходимости их с собой забирать. Хорошо, продолжим, да? Мы находимся в крепости Дрензе, Укрмарки. Это одна из самых больших крепостей славянской эпохи в этом регионе. Она была построена в середине 8 века. Письменных источников по этой крепости неизвестно, но археология позволяет довольно точно ее идентифицировать, потому как строительство подобных крепостей, а мы знаем их сотни, было только на территории вендов, то есть славян. Долгое время этот замок был важнейшим военным пунктом для защиты торговых интересов на Балтийском море. Мы стоим на валу, высота которого с внешней стороны до сегодняшнего дня сохранилась порядка 10 метров. Нелегко было построить такое сооружение. В постройке использовался только дуб, который обрабатывали топорами, и это была невероятно тяжелая работа. В середине 12 века крепость Украны была захвачена и разрушена померанскими герцогами. Они тоже были славянами, но на тот момент приняли христианство и образовали нечто вроде государственного строя. Это были жестокие времена. Они были разрознены, у них не было единства. Они представляли собой множество племен, которые постоянно боролись между собой и постоянно находились в состоянии войны. С 9 века Франкская империя пыталась их завоевать.
немецкий хронист Видукинд Корвейский описывает войну короля Германии Оттона I со славянами-абодридами. Король часто сам водил против славян свое войско, которое во многих сражениях нанесло им ущерб. Поражение. И довело их до крайнего несчастья. Тем не менее, они предпочитали войну, а не мир. И пренебрегали любым бедствием ради дорогой свободы. Ибо это такой род людей, грубых, способных переносить лишения, привыкших к самой скудной пище. И то, что для наших обычно представляется тяжелым бременем, славяне считают неким удовольствием. Прошло много дней, а они сражались с переменным успехом. Одни ради славы, за великую обширную державу, а славяне за свободу, против угрозы величайшего рабства. Они, конечно, пытались избежать захвата. В 983 году была большая освободительная война, в которой славянское племя Лютичи отвоевало свою независимость на 150 лет. Тем не менее, они продолжали оставаться язычниками в окружении христиан. Дания, Польша, Германия, балтийские славяне были атакованы со всех сторон. Но не надо делать из них жертв. Они сами активно нападали. Те же лютичи были очень уважаемыми воинами. Они постоянно участвовали в различных войнах с Германской империей, с чехами. Они действовали на многих фронтах. С середины 12 века началась так называемая германская восточная колонизация, миграция или экспансия. Используют разные термины для этого. Они пришли на эти территории, поменяли многое в социальном устройстве. Это привело к тому, что на большинстве территорий славяне были ассимилированы мигрантами. Они начали говорить на немецком языке. Этот процесс занял порядка 200 лет. К примеру, здесь, в Укрмарке, где мы сейчас находимся, до 1150 года все население говорило на славянском языке, а в 1250 году, через 100 лет, это было уже большой редкостью услышать славянскую речь. Все говорили по-немецки, и да, так и наступил конец славянской эпохи. Изучение истории славян на территории Германии помнит разные времена. От забвения до масштабных и плодотворных исследований. И надо отдать должное немцам, что сейчас изучение славянской эпохи Германии продолжается. Существуют целые музейные комплексы, реконструирующие жизнь и быт канувших в лету народов.
Катюша. Спасибо немецкому народу за сохранение славянских древностей. Очень пожалуйста. Для того, чтобы понять масштабы влияния славянской культуры в Германии, не обязательно быть ученым-историком или археологом. Достаточно проехать по дорогам Восточной Германии и увидеть своими глазами огромное количество славянских названий, городов и поселений, сохранившихся с тех незапамятных времен. На острове Рюген, или же по-славянски Руян, тысячу лет назад стоял один из главных культовых центров всего Балтийского Поморья – Аркона. Ранее, также называемые руянами, храбрейшее славянское племя, жестокие, обитающие в сердце моря, сверх меры преданные идолопоклонничеству. Они первенствуют среди всех славянских народов, имеют знаменитое святилище. Благодаря особому почитанию этого святилища они пользуются наибольшим уважением и на многих налагая иго, сами ничего иго не испытывают, будучи недоступны, ибо в места их трудно добраться». Даны, долгое время терпевшие пиратские набеги славян и разорение от руян, собрали достаточные силы для решающего удара, объединившись с саксами. А славянские князья занимались междуусобными раздорами и поодиночке становились вассалами Германской империи. В какой-то момент руяне рассорились со всеми славянами вокруг, лишив себя союзников. В 1168 году даны осадили Аркону. Долго длилась осада, но в конце концов Аркона пала. Сокровища храма достались завоевателям. Последний оплот могущества и независимости балтийских славян рухнул. Единственная сохранившаяся песня на языке балтийских славян была записана в 18 веке. Этот язык мертвый. На нем больше никто не говорит. Thank you.
как писал упомянутый нами ранее Ибрагим ибн Якуб. В целом славяне мужественные и воинственные. И если бы они только не были разобщены и разделены на множество ветвей и частей, ни один народ в мире не смог бы противостоять их натиску. Hey!